Да ладно, что ты его трепишь-то, Лия? Акробат. Вот ты, оба отвалились. Во. Че, наигрался, что ли? Передохнуть надо. Так что вы, если думаете поехать там, мы завтра поедем там. Ну там послушку к 10, сейчас, к 10, да, вроде. Первый курс к 10 утра. Потом... Это где это? Измайлово? Какое? Вот, Балашиха. А, вот. Балашиха? Тут рядом вообще ехать-то. В воскресенье, тем более, на машине, если ехать, то... Туда через 20 минут. Через энтузиастов или нет? Вот на энтузиастов, да, через Горьковку проезжаешь, и следующий поворот направо, и туда уезжаешь, там в поле. Ну я вам скину, БКЦ Феникс в интернете, посмотрите там, даже у них сайт есть, БКЦ Феникс. Они там давно дрессируют, у них так нормально дрессируют.